Кушать хочется. Да. Плохо, когда кушать хочется. Хотите, угадаю, где они будут сидеть? Где? Сейчас скажу. В кабинете директора? Ну, в подвале там. Вообще-то мы сейчас будем сидеть где-то. Я беру пульсы, и дальше ебитесь сами. В раздевалке, походу. Ну, кто-то, будьте людьми, пожалуйста. Походу. Пожалуйста, будьте людьми. Суки. Кстати, у Твича пушка как у этого, как у черной бороды, нет? Нет. У бороды МК-17. У Твича Фамос или... Или снайперка какая-то, 417 называется вроде. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Броники подбираем. Подбираем, разбираем. Флешка, я еще сюда загрузить думаю. С лестницы или не с лестницы. Или с туннеля. Давай с туннеля загрузим, слышишь? Замутим? Еще. Подваливай. Блять, нет. Что дальше? А, я забыл про броню. Ебаш. Чё? Смотрит. Враг попытается обнаружить контейнер во время атаки. Устанавливаю чулок. Кто броник не взял? Кто плохой человек? Есть инфа? Я. Извините. Плохой. Не понял, кто это обнаружил меня. И с какой целью? Так, а чё по камерам? Ебать, они все снесли. Мне кажется, они с туннеля пойдут. Да, с туннеля уже идет. Уже в той комнате. Минус один. Любопытный. Чё сломали с гаража? Меня сзади убили. Близко, далеко? Близко, он близко был. А, он один там был. Гаража. Две машинки снял. Блять, не обнаружил. Да идите вы нахуй! Обнаружили. Откуда, блять? Там машинка. Машинка. Где там? Под дверью была, короче. Там, где они сломали. Ты убил ее, нет? Нет. Я в обход. Кто-то упал в капкане. Чекните, есть ли возможность? Твич, скорее всего. Нет, там люди. Сука, упал. В гараже был. Не упал нифига. Что значит упал, если он не упал? Ты о чем? Ты сказал упал. Ну ты про капкан про твой говорю. Я сказал, Твич, скорее всего, упал, потому что у него машинка ФК стояла. Не, Твич в гараже, из гаража нас убил, как упал. Ну это уже потом он убил, после того, как я это сказал. Не, я думал, ты сказал, что ты начал по нему стрелять, и типа он упал. Положил типа его. В итоге он потом еще и меня бахнул. Нет. Враг обнаружил химкат. Какая неловкая встреча. Группа устранена. Так, у меня тут какие-то... Что-то так дерьмо все вышло вообще.
О, он упал. Так. Заглазушить? Ага. Поехали. Помидорку съем. Определите, где химконтейнер. Опа, снизу ковер выбежал. Отъебись, нет, не надо, тварь. Короче, я, по-моему, либо подвал, либо этот, серверная. Где кабачок? Ну, в этом, в подвале. Угу. Мы, кстати, дырку сделали. С, ну, типа, с комнаты серверной. Удален из игры. Походу, ну, да. Своим удал. Или нет? Я думаю, да. Или нет? Там кто-то сверху будет сидеть, слышите? Они дырку сделали. Ковер там будет сидеть. Будет роумить сверху. Прыгать. Угу. Ну ладно, этот раунд все равно 4 на 5. Гаражи не было вроде никого, да? Флешка. Тут где-то хлокамера. Там сверху дырка, кстати, осторожно. On me, on me, on me. Чё, блядь? Сверху строй. В проходе будет перед тобой флешка слева. Подсветил. Хорош, справа еще будет пусть, на тебя смотрит. За стеной, вот подсвечиваю. Еще подсвечиваю. Уронил, уронил. Закончил его. Еще там есть. Направо убежала валькирия. Подсвечиваю, подсветил. И стоит, чекает. Мне кажется, что она ТВР. Уронил ее. Каверия где-то сзади была. Слышите, можно просто идти задефть. Ну да. Можно. Капец, игры стиллер, конечно. Я на самом деле вышел и пульсу прям на голову навел, дал пули 3, и типа как будто я вообще не попал. Как Флешка, такое возможно? Понимаю, что ты нуб, но это называется секьюрт. Он сразу вроде упал, нет? Секьюрт. Ну он упал, и я вышел прям на него. И дал ему и не попал, типа. Как будто сквозь него пули пролетели. Знаете, что я думаю по этому поводу? Понятно? Да. К обороне. Враг не должен обнаружить химконтейнер. Может, в гаражах холокамеру поставишь, Игорь, и минами взорвем их? Да, да, ставлю. Сейчас подойду. А, блять, ну, неудобно получилось. Неплохо подъебал, кстати. Там а чё ты не поставил? А, ты поставил, окей. Разведбот врага нашёл химконтейнер.
что за хуйня? Не дайте врагу добраться до объекта. СУГ! Дверь укреплена! Блять. Ебано вышло. Marineford The Walls не сделали, да? Да кто опять обнаруживает? Алло? Я просто в ярости. Где она? Аналогично, короче, у меня было в прошлой катке. С гаража идут. Скажешь, как взорвать? Или не скажешь? Блин, машинка там коцнула. Да где она? Да какого... Пол хп. Блин, он вообще слился с этими шкафами. Я его не видел никогда. Флешка, ты чё, псих? Чё, тут два типа, щитон. Ты ему так зажал, яростно. Ну, я в руку ходил попасть, но что-то не пошло. Не пошло, когда слэдж слился со шкафом? Вот это не пошло. Виталик, мне кажется, уже не помочь. Ой, зря. Че, это капкан был или че? Кабач, блядь. От судьбы не уйдешь. От судьбы не уйдешь. Ему нужно халдить, мне кажется. Там капканы стоят. Мало ли. Блин, вот о чем он думал вообще? Я не понимаю в таких ситуациях. О чем люди думают, когда начинают бежать просто в пустоту куда-то? Непонятно зачем вообще. Непонятно. Я ему ПТСиков дал за то, что он меня поднял. Он учит нас? Он только один знает, ага. Понял. Стены заделываю. Нужно найти. А третьего аспекта мы походу не узнаем, слышь? Походу. Они опять снизу? Так они же ебали тогда. Чудесный человек. Кто линию въебал? А, не надо. Суки. Recovery lane. Мне кажется, он сейчас на ходу придумывал, если честно. Просто он так долго писал. Блин, я пропустил. Чё последнее было? Прикрывай свою линию. Заныкал, так заныкал. Явно не спалят. Ебать, где появился? Идем? У нас минус уже есть. Мы дали минус, если что. А, да. Сори. Лишь бы забезморались. Тут есть кто-то. Смог или кто-то. Куда инфа? Не хочу тут. Тут где-то ходит человек, да. Противник снаружи. Ебать, я отдал в рикошета. Тут никого. Пускайся вниз. Сзади, 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 Камира, сзади, Камира! Сзади, еще сзади! Что ж ты говоришь-то? Тебя свой вообще убил, еще. Что он у него? Он кроет. Покрывал он? Ну, прикольно он меня прикрывал, да? То, что... Вышел, убил меня и ушел обратно.
Противник нейтрализован. Нормально, что мы не спустились вниз и убили всех? Да, вполне. То есть, типа, если бы мы зашли вниз, то мы просто захватили поинт, правильно? Да. Это инфа, конечно. Сзади, еще сзади. Потому что сзади ко мне выбежал Кавера, ранил, ее убили. Я смотрю, за вами еще сзади чел выбегает по таймингу. Там надо было 360 просдавать. Ну, я почти дал. Я успел немного. Давайте будем хорошим и плохим тиммейтом. Кто-то будет заделывать стены, а я ломать. Не надо сбирать так друг друга. Вот так. Игорь был очень доволен. Я не помню, что. Когда я гранатку кинул. Все равно не помню. Не дай бог, хоть одна машинка останется, вон прыгает. Найса. Пирс, нет, у меня. Не-не-не. Look. One look in front of you. Какой нахуй снайпер рашит дом? Вы чё, блять, объебались, что ли? Сука, все, я больше не занимаюсь этим туннелем, я умываю руки. Через туннель один вышел, и один там сверху с лестницы. Чем ты занимаешься? Я, блядь, другими местами занимаюсь. Ну высуни голову. Меня, блядь, снайпер зарашил, вы понимаете, нет? Скажи, что помог мне кто-нибудь. Виталик, нет, можешь помочь? Там контролят проход, я не могу. Ну я двоих убил. Держись, ну там проход этот контролят. К тебе машинка, как-то... машинка. Блять, киборг, господи-то. О, лев, киборг. Флешка, держись. Ну там. Хочешь, я спасу тебя? Don't перед help. Выигранным раундом. Говорят, don't help. Я помогу тебе, флешка. Давай, ой, Виталик. Давай. Совсем осталось. Чуть-чуть. Ой, хорошо. Ну, короче, мы так поняли, как... Я думал, ты его кончик обочь. Я хотел. Короче, мы поняли, какой у нас чел. Вообще нет. Броники, кстати, разбирайте чего. Ой, это там это? Да опять обнаружили. Да. Где это дерьмо? Покажите мне, я просто все сломаю. Этот кам. Самое главное, что он тогда зарашил, просто побежал. Он капитан. Да что ты? Заряжаю! Все, я пошел камеру искать, ничего не знаю. Там же из туннеля. Можешь пропустить его, хз. Ну типа у меня там C4 стоит на входе. Не пошло. Вот тут вот. Смотри, смотри, смотри. Смотрю. Ну что ты рассчитывал? Сыграл бы красиво, пропустил бы его, у меня там C4 стоит. Чё? У меня там C4 прямо над входом стоит. Он заходит, начинается захват, я бум, все. Неужели у Эши нет никаких раскидок? Он ведь ничего не кидал, я уверен. Если бы он кидал дым по дыму туда-сюда, бам-бам-бам. Батя в здании. Флешка БЗЗ.
Так, они могут быть в гараже, или мы их опять выбили тогда в гараже? Мы их выбили в гараже. А я термитом буду, и мы разобьем сверху. Или откуда-то. Так что удачи. И веселые игры? Да. Ваша задача — обнаружить ким-контейнер. По-любому наверху. По-моему, опять снизу. Да, опять там же. Мы реально не победили тут? Или это... У них тачанки есть. Тяжелая. Артиллерия? Да. Да, сука. Погнали сверху. Я этот самый. Мы дырочку там делаем. Пойдемте. Я туда сделаю дырочку. Кабачи огоньку им даст. И под смог выскочим потом. Слабо? Жестко. Как бы нихуя не шутки. А, там убили уже, да? Как туда идти, Игорь, показывай дорогу. Погнали. А мы прямо здесь можем, хули нам бояться. Идем? Где-то тут есть лестница, и там есть чел стопудово. Блин, этот щит, как вообще его убивать можно? На дороге, слышишь, камера где? Тачанки на этот, у него там 10 хп осталось. Уже не видно. Вон, вон! Пилион. Да. Че, давай ломать где? А, слышь, они даже доделали, у тебя есть ломать? Да. Я просто могу даже не тратить свою. А, у тебя граната стоит, не надо гранату. Блять. Нас обнаружили. Слышь, я сейчас сверху пробит очко. Не или... знаю, я машинкой поехал. Вниз? А это не та дырка, Игорь. В смысле? В прямом. Но это не прямо на пленте, там, кстати, никого нет. Хотя там дырки какие-то. Беспонтовые. Вообще я не знаю, где они. Сам закидываю боты еще. Погоди. В смысле, мы нашли таргет? Ну, и людей нет, понимаешь? Они где-то шкерятся. А тут я не смогу, да? Да. А, они, понял, короче, со стороны банка. Вдвоем там. За мной, за мной! Help me, bro. Где, кто? Я смотрю ногами. А, видел. Боже, как этот чел плох. Я просто... за как он еще кого-то убивает. Спокойно. Взрываю, поберегись. Противник здесь. Украинцы охраняйте контейнер. Один противник жив. Там же был, по идее. Где? Да. Устранить врага и возобновить. Справа, Виталик, по-моему. Он справа. Ты че? Look window. Это дерьмо не простреливается или что? Ну в него пули просто падают, это неприятная херня, согласен. Я подумал, не простреливается, и пошел это. Не благодарить. Мы тебя катку стащили. Вот он, вот это огонь, раскраска. Не, у меня огонь, раскраска. У тебя игрушечная какая-то. О, смотри, какие-то там ты чержок. Конфетки. Детки. Бараночки. 39. Если за следующий дойду 39, 46. То будет платина.